Этот блицкриг, он должен был привести вообще к завершению этих всех, как говорится, событий именно на их условиях. Я считаю, что они в этом вопросе просчитались. Да, единственное, еще у них остается энное количество ресурса, то есть мы этот ресурс фиксируем, мы знаем, что у них еще есть до 4 бригад, как говорится, и войск, и, как говорится, техники тоже для этих бригад, это у них еще есть. Ну, будем смотреть, где они используют это все, этот ресурс крайне уже завершающий. Я так думаю, что мы на этой ноте в конечном итоге, как говорится, СВО и завершим уничтожением их ресурсов, резервов и, по сути, своей продвижением наших сил и средств до тех позиций, которые для нас будут приемлемыми для того, чтобы завершить СВО. Ну, вы знаете как, почти все пленные, которых мы берем, это люди, которых мобилизовали за последние буквально 3-4 месяца. То есть получается май, июнь, то, что вот за эти вот май, апрель, май, вот скажем, в этот период все, кто были мобилизованы, вот в основном из этого состава как раз и состоял вот этот вот, получается, ударный кулак, который был направлен на Курское направление. Да, их возглавляло ССО, да, у них очень большое количество наемников было непосредственно, когда они входили на территорию Курской области. Хочу отметить с гордостью, что очень большие потери понесли и те, вот. Ну и те силы, которые уже в конечном итоге должны были основную работу потом доделать, получилось так, что они уже понесли такие потери, что сегодня их можно назвать только вот реально подразделениями, которые пытаются выжить, закрепиться там, каким-то образом удержать то, что они уже взяли. Ну, никак не силами, которые стремительно готовились и должны были выполнить вот этот блицкриг.